Итак, сегодня я разыгрываю свой фотоаппарат Sony HX5V. Мне поможет Паша Малыстыцюк, который вчера приехал из Буковеля с работы. Заработал много денег, да, Паша? Чуть-чуть заработал, Ну, подбузить. чуть-чуть. Нормально там денег. Признавайся. Мало, мало. Мало. Паша буде мені допомагати, тому що самому дуже важко і немає програми, яка б могла б вибрати переможця серед підписників. Є програми, які вибирають серед коментарів, але я вирішив зробити по-своєму, як завжди. Іду важким путем, важким шляхом. Тому починаємо. Напоминаю, всім условия конкурсу були такові: зробити репост моєго відео собі на стіну до 12 числа марта этого месяца, вот сегодня 22-е, и ровно на 10 дней к этому, к 22-му закрепить, именно закрепить это видео. Закрепил ли победителя, я не смогу проверить, но смогу проверить, или оно у него есть на стене и в самом верху. Он мог его открепить, а потом опять закрепить и сжульничать, но этого я никак не могу проверить, поэтому мне все равно, главное, чтобы оно было в первом посте именно сейчас, 22 числа. Поехали. Паша, последний вопрос. Чего ты не участвуешь в конкурсе? Ты мой лучший друг и не участвуешь в конкурсе. Мене є твоє відео на А ти стіні? не закріпив, Паш, Ну, в 10 условиях днів конкурсу. пройшло, воно там більше, ніж 10 днів А надо тому. именно, чтобы было до 22-го. Блин, на А, ну я не 22-й був. знав. Я Паша, так ти не не сильно виграєш не фотик уже. слідкував там. Ну, Ти міг би нічого. продати ці фотики, купити собі, не знаю, що захочеш. Четвертого про. На 1,5 штуки гривень, як мінімум, щось. Ну, він стоїть 6, думаю, бушний за 1,5 можна спокійно продати. Та нічого страшного. Нічого страшного, не Комусь розстраюся. він А потрібніший правильно, буде. бо якщо б ти виграв, сказали, підстроїли, заговорили з тобою. Так що давай, пробуємо. Ютуб, да? Ютуб ченел Мішаня Огороднік. Так. Ого. Ітак, ми приділяємо старим способом победителя. Ми розчиняли, кажу. Ну, Але... з нижнього не попаде, Попаде. принаймні. В Ну, любому случае, попав. да. Я ж буду типа так крутить. Дивись, раз, два, три, чотири. За 4 секунди я спробую прокрутити до кінця. Тобто можу або на нижнього, або на середнього, або на любого попасти. Або на самого останнього, або на самого першого. Саме перший підписчик це Кілрой 6 років тому. Респект цьому чуваку. Зі мною з самого початку. Мелей зараз закриває глаза, і он случайно тикнет пальцем через 30 секунд. Я беру, запускаю онлайн-секундомер. Онлайн. Отак от я зможу. Отак. Ну, сюди, в центр приблизно. І попаде на кого небудь. Тикай по центру, як рулетка, на когось випаде і все. Бач, може бути останній, може бути перший. Гля. Я ж закінчую іменно на 30 секунд, якщо випаде отак останній. Але дивись, якщо я так поставлю, то мала дуже вероятність, що першого попаде. Давай, короче. Давай я отак буду, отак. Отак, 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 отак. Да? А потім, коли скажеш 30, я так пам. Давай, давай, короче, початок. Закривай очі. Давай. Поехали. Стоп, стоп, малий. Так. Все, я Все? гортаю максимальной скоростью сейчас экран. Да, малый закрывает очі и водить рукой, короче. Такий дебилизм у нас происходит сейчас. Але ми так вибираємо Ой, тут. блін, тиснув? Ні, Не-не-не. впустив. А, я думав, що там сенсор. Та ти навіть Ладно. якщо тиснеш, нічого страшного. Екран провертається весь деколи за 4, і за цього може виграти любий. 30. 30. Блін. Куди тицнув? Оцей колян. Колян Хейтінг Каскад. Підписався 6 днів тому. Хейтер нафіг. 6 днів тому підписався. Два підписчика в нього. Ну, 20 ден хейтер, думаєш? Ну, хейтінг пише. Короче, в нього відео якесь є. Ізі Вакбен, веселий матчмейкінг, КС, Мега Вейп. А як ти його зараз вичислиш? Як Як ти я вичислю, я йому зв'яжеш? зараз напишу в лічку. Повідомити про користувача. Так, все, я пишу в лічку йому. Ні, може бути цей аккаунт, може, ні? Короче, Колян Хейтинг Каскад победил, но у него закрытая личка в Ютубе. Я не могу ему написать повідомлення, не можу написати, не можу. Він, щоб він мені дав ссылку на свій контакт, я провірю його стінку. Ладно, Тому через ми два. зараз, короче, я йому озвучу його в контакті в себе. Якщо він мені не напише, знайдемо іншого, да?
Короче так, Колян Хейтинг Каскад должен в течение дня мне написать ВКонтакте или в Фейсбуке. Я посмотрю его стену. Если он 10 дней назад запустил мое видео, он победил. Если нет, ищем другого. Давай сразу найдем второго, третьего, четвертого на всякий случай. Да? Чтобы потом, типа, давай. За 15 секунд тут закрутить с такой самой швидкостью, только один раз через 15 секунд майже в ту саму точку буде попадати. Не буде. Ну. Я скажу, коли стоп буде. Стоп. Більше на Андрій. На Андрій Пальчика більше, ніж на Женю Устеменко, да? Угу. Значить, Андрій Пальчика 3 роки тому підписався. Слідуючий, якщо перший победитель не виконав условия і не напише мені Андрій Пальчика, второй. Так, Андрій Пальчика, 15 секунд, пошли, 15 секунд, пошли, пошли, 15 секунд. Деколи мишка заключує, не можу прокрутити. Тобто рандомно реально вибирається, коли я. Все. Таня, та Таня Красько. Ах, блін, реально, мені скажуть, що я підстрою. Але от на відео видно, в тебе закриті очі, я і я отак крутив. Я короче, слідуючий побідитель, ви не повірите, але це моя дівчинка Таня Красько. Вот. Вона є на стіні твоє відео. Ну, в неї якраз таки вона, вроді... Знаєш, хочу тобі розкажу іронію. От, кстати, останнє сообщення. Вот, Таня Красько, мы с ней как раз переписывались, моя девушка. В общем, она никогда не репостила и не скидывала на стену мои видео, хоть она моя девушка. Чужие люди скидывают мои видео, а она никогда не скидывает. Вот. Но ради фотоаппарата скинула. Первый раз в жизни она запостила мое видео от себя на стену. Ради фотоаппарата, а бесплатно не хочет. Вот такая девушка у меня, жулик, девушка, жулик. Короче, и вот она третий победитель. И как раз она первый раз в жизни запостила мое видео себе на стену. Смотрите. Мишаня. Я, в принципе, хотел бы кого-нибудь чужого выбрать, чтобы потом не говорили, что подстроено, но как есть, так и есть. Это правда. Я честный человек, я не хочу выбирать другого, потому что если она победила. Так, с 12 марта закреплена запись. В общем, где там? Таня, это та, кого я знаю, и она выполнила условия. Заходим в мою группу. Так, первое место. Колян Хейтинг Каскад, победитель фотоаппарата. Напиши мне в личку, вот в группе, на стене все ВКонтакте написал. Второе место, Андрей Пальчиков. Я проверяю твою, Колян, стену. Если ты закрепил мое видео на 10 дней, тогда ты победил. Если нет, перехожу к Андрею Пальчикову, он занял второе место. Если Андрей Пальчиков не выполнил условия, третье место занимает Татьяна Красько, и фотоаппарат уходит к ней. И она выполнила условия, поэтому с четвертого мы уже не ищем, да? Все? Да. Все честно? Фотоаппарат. Дальше. Зарядка. Инструкция, чехол, коробка, есть две батареи. Карточку памяти я не даю. Телефон в комплект не входит. Да, и GoPro тоже батарея. Вот комплект, коробка, есть инструкция, все есть. И сейчас я еще пойду, дам... за свои деньги заплачу там недорого, сюда через дорогу, там тип чистит фотоаппараты, чтобы все было четко. И Андрей Пальчиков или Колян Каскайт получит, или Татьяна Красько уже хороший фотоаппарат, почищенный и хорошо работающий механизм будет. Все. Спасибо вам за ваше внимание, подписывайтесь на канал, если хотите участвовать в следующих розыгрышах. А самое главное это смотреть крутые видео, потому что в них есть... Я и Мелый. Что поясню, мне? Да, да ты типа, четко. Я в це не верю, реально. Бо, типа, я про це думал на днях, я побачу, что Таня запостила своє видео, и я думаю, блин, если она выиграет, ты ж мне скажешь, что я ей видал. Думаю, не, ну как она может выиграть 1067 людей? Именно моя девчина, ну это же бред якийсь. И она реально третье место заняла. Ну, она не первая, але якби перше було, це вообще було смешно. Друзья, такая ситуация сложная очень, потому что никто не занимается таким большим проектом, как я, один фильм «Жесть»,
в одиночку. Всегда требуется помощь. Я схожу с ума реально. Уже 6 месяцев я монтирую, до этого несколько лет снимал. Ну, свое видео, остальных ребят только один год мы снимали. Моего видео очень много, потому что планировал сделать какой-нибудь фильм, но сейчас времени нет, я одну жесть не могу, уже 6 месяцев делаю. И, в общем, у меня 4 терабайта видео, резервные копии на 2 ТБ винчестер забит, 4 терабайта, и они тоже забиты, 0,000 килобайт. Просто у меня все виснет из-за этого. И я еще умудряюсь монтировать, снимать, за неделю забивать карточку на 6,4 гига блогов. И потом освобождаю место, как-нибудь нахожу 6,4, монтирую их по-быстрому, удаляю, и появляется 5,6,4, я опять забиваю карточку, и опять копирую, и у меня набирается постоянно видео больше, чем я могу освободить место. И проблема в том, что я просто каждый день еще делаю 20-минутные видео, помимо того, что я монтирую такой большой фильм и проект, и я уже схожу с ума, и реально я не знаю, как я еще не запутался во всем этом. И вот первая проблема в том, что я на быструю руку, чтобы освободить место, смонтировал блог, как всегда обычно, и удалил все неудачные кадры с него, и оказалось, там был один из жести удачный, даже три. Просто один такой нормальный, серьезный, два можно переснять, в принципе. Но один очень крутой, и сейчас я целый день просто сижу, ищу, скачиваю программу, чтобы восстановить этот файл, потому что, ну, просто невозможно, реально, я... У меня миллион папок, и вам не передать, я не знаю, как вам показать, но у меня просто... Заходишь в папку, там еще 100 папок, а в каждой еще по 10, и там еще по одной, и по 1000 файлов. Ну, бред, короче, просто с ума схожу, это реально... Кто сам монтировал 4 терабайта видео, должен понимать, что это такое. Я думаю, вряд ли кто-то. Просто там пришел, свежее видео смонтировал, типа снял, смонтировал, это даже... Труда никакого не стоит, подставить музыку, подвести, а то, что делаю я, это просто реально, я схожу с ума. Я просто сейчас скачал программу, и вот я боюсь, чтобы программа не была с каким-нибудь вирусом, чтобы у меня вообще все не пропало, но мне нужен этот файл восстановить, потому что придется переделывать видео. Так оно ищет, кто может посоветовать, откуда скачать и какую программу лучше. Вот Drill я скачал. Диск Drill, Drill, и, в общем, сейчас попробую восстановить этот файл. Сейчас 7:21, я с 10 утра пытаюсь найти программу, чтобы восстановить один видеофайл. Я целый день трачу и еще потрачу на один файл, чтобы восстановить. Это я еще даже не монтировал сегодня, а меня спрашивают, когда будет фильм. Время видео. Я официально потратил 23 часа, сейчас, значит, около 12 часов на то, чтобы восстановить вот эти файлы. Скачать программы, все программы платные, я столько всего накачал, столько всего перепробовал, не смог восстановить, потому что за все нужно платить. $100 стоит программа, а я только вкладываюсь в фильм, а не получаю, так что еще 100 лишних баксов у меня нет. Будем переснимать, или я переделаю просто видео, и задержка выйдет. Но я немного повырвал волосы, сошел с ума. Шучу. Но от стресса реально вылетают волосы, и это мне уже надоело, если честно. Не хотел браться за такой фильм, но нужно довести дело до конца. Хоть бы в картошке не было стекла. У меня взорвалась лампочка. Лампочка взорвалась, все стекло разлетелось по всей кухне. Я пережариваю снова лук. Но картошку оставить решил, потому что она последняя, больше еды нет.